Hello to everybody. Nice to see you. Today we are talking about future actions. I know that we have already talked about future actions. We have talked about will, yeah, we have talked about be going to. But today we are going to learn some more grammatical constructions which denote future actions, so which are used in future. Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами снова будем говорить о будущих, скажем так, временах, да? Мы выучим еще больше конструкций, которые будут употребляться и будут обозначать будущие действия, которые произойдут в будущем. But before we start, let's check your home task as usual. I hope you have done everything and I hope it was really, really easy for you. Надеюсь, что вам домашнее задание было легко, было делать легко. Сейчас мы с вами это все проверим. И сразу же, опять же, обязательно повторяем, сразу же повторяем со мной. Хорошо? Отрабатываем, уже начинаем отрабатывать эти предложения. Договорились? Пристегните ремни. Самолет собирается отлетать. Пристегните ремни. Самолет собирается отлетать. Fasten your seat belts. The plane is going to take off. Fasten your seat belts. The plane is going to take off. Да, вот он, вот он уже улетит, скажем так, да? Вы положили вашу ручную кладь в шкафчик над головой. Вы положили вашу ручную кладь в шкафчик над головой. Have you put your hand luggage in overhead locker? Have you put your hand luggage in an overhead locker? Угу. Положили ли вы уже или нет? Да, вы уже положили. Нет, моя сумка находится под сиденьем. Да, то есть моя сумка под сиденьем. Есть под сиденьем. No, my bag is under my seat. Либо under the seat, здесь можно сказать. No, my bag is under my seat. Or under the seat. Какое время отправления поезда? Какое время отправления поезда? 18:45. What is the departure time of the train? What is the departure time of the train? Или можно еще по-другому, да, перевести. What time does the train depart? What time does the train depart? Да, в котором часу поезд отправляется. Также можно. 8:45. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Да? 15 минут до 7. 18:45. Мы опоздаем. Да? Вот предположение. Да? Ох, мы же опоздаем. Сейчас 18:30. Предположение. Это у нас какая конструкция? Be going to. We are going to be late. We are going to be late. It's half past six. It's half past six. The next, number three. Как долго вы собираетесь пробыть в Австралии? How long are you going to stay in Australia? How long are you going to stay in Australia? Как бы, да, пробыть, то есть остаться там. Я планирую пробыть здесь 2 недели. I'm planning, можно сказать, да, I'm planning to stay here for 2 weeks. I'm planning to stay here for 2 weeks. Или же можно сказать, I'm going to stay here for 2 weeks. Какая цель вашей поездки? Я собираюсь посетить достопримечательности. What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? I'm going to go sightseeing. I'm going to go sightseeing. Также можно было сказать I'm going to visit some places of interest. Да?
Также есть places of interest. Кто нашел такое выражение, также можно его здесь употребить. Yeah? I'm going to visit some places of interest. Of interest. Yeah? Some places of interest. The next, number four. Зачем ты купил билет туда и обратно? Зачем ты купил билет туда и обратно? То есть ты уже купил. Здесь можно использовать либо past simple, либо present perfect. Если человек хочет подчеркнуть, что зачем ты тогда купил вот уже месяц назад, тогда будет why did you buy? Если же мы констатируем факт, вот я только что узнала, ты зачем купил, да? Why have you bought? То есть ты зачем уже купил как будто. Why have you bought a round trip ticket? Why have you bought a round trip ticket? Я собираюсь пробыть в Испании только неделю. У меня здесь много работы. Я собираюсь пробыть в Испании только неделю. Как перевели? I am going to stay in Spain only for a week. For a week, yeah, for a week. I am going to stay in Spain only for a week. Или можно сказать, I'm going to spend only for a week, only a week in Spain. Да? Я собираюсь провести только неделю в Испании. I am going to spend a week in Spain. Или же, I'm going to stay in Spain only for a week. У меня много работы здесь. I have got, yeah, I have got a lot of work here. Или I have got much work here. I've got much work here. Или I have. Да, также вы знаете, что можно. Next, number five. Почему вы будете в Париже? Почему вы будете в Париже? Why will you be in Paris? Вы же собирались в Амстердам. Вы же собирались в Амстердам. You were going to Amsterdam. You were going to Amsterdam. В прошедшем, да? Вот собирались, поэтому you were going. Это не прямой рейс. Это не прямой рейс. Поэтому у нас будет 5 часов, чтобы погулять по Парижу. Это не прямой рейс, как перевели? It is not a direct flight. It is not a direct flight. Поэтому, so, или that's why, у нас будет, то есть мы будем иметь, да? Здесь, если запланированное действие, а скорее всего так, это будет we are going to have. We are going to have 5 hours. Чтобы погулять, чтобы в английском языке это to, да? To walk по Парижу, around Paris. We are going to have 5 hours to walk around Paris. Или кто написал we will have, это обозначает, что вы не уверены, да? Ну, мы сегодня это будем с вами разбирать. Как раз разница между going to, will, между еще другими структурками, которые также употребляют будущее время. Поэтому, но will здесь также можно сказать. We'll have 5 hours to walk around Paris. Самолет не мог отлететь, да? Не мог отлететь, потому что погода была слишком облачной и туманной. Это были новые слова, да? Я надеюсь, вы нашли, это было бы несложно, не думаю, что это было сложно для вас. Облачный, cloudy, туманный, foggy. So, the plane couldn't take off because the weather was too cloudy and foggy. The plane couldn't take off because the weather was too cloudy and foggy. And the last one. Ты когда-либо летел бизнес-классом?
Have you ever flown business class? Видите, здесь без предлога, без ничего. Обратите внимание. To fly economy class, to fly business class. Have you ever flown business class? Нет, но я собираюсь в бизнес-путешествие. Да? Все наши, все мои коллеги, все мои коллеги летают бизнес-классом. Все мои коллеги летают бизнес-классом. Now I am going on a business trip. Я собираюсь, да, в бизнес-путешествие. I am going on a business trip on. Обратите внимание, on a business trip. I hope you remember that. All my colleagues fly business class. All my colleagues fly business class. Good. I hope you have done everything okay. Even if you have some mistakes, I hope that you understood where you had these mistakes and what are the correct variants. Yeah? So try to look through all these sentences again at home and try to learn them by heart, because you know that all the sentences that we check and all the sentences that you translate at home must be learned by heart. So you should learn them by heart in order to make them fluent, in order to be able to use them freely, so to say. Yeah? То есть хочу сказать, что все предложения, которые мы с вами вот здесь вот проверили, вам нужно будет выучить на память, да? They must be learned. Они должны быть выучены на память. Зачем? Да, потому что именно так вы их делаете более беглыми, то есть вы их произносите хорошо, вы с ними работаете, да, и они вот запоминаются, они откладываются, и вы можете их модифицировать, эти предложения, подставляя туда различные части предложения. Договорились? So let's start a new topic. As I've told you, today we are talking about future actions, and we are going to talk about different grammar constructions that can denote future actions. But before we start, let's revise. Let's revise and please translate my sentences with the material that we have learned. Yeah, speaking about future, I mean. So, how will you translate? Какие у тебя планы на выходные? Какие у тебя планы на выходные? What plans do you have for this weekend? What plans do you have for this weekend? What plans do you have for this weekend? Я думаю, мы пойдем в театр. Я не уверен совсем. Да? Вот когда мы говорим, что я совсем не уверен, да, в этом, вот это мы будем употреблять I will. Мы не можем употребить be going to, потому что be going to у нас отвечает за именно за запланированное действие, да, и выражает запланированное действие. Мы с вами тренировались с этим и говорили. Поэтому, когда вы говорите, я не уверен, да, я даже не знаю, возможно, пойдем в театр, а может и нет. Вот здесь, вот так, в таких вот ситуациях мы с вами употребляем will. Обычный will, future simple. Итак, я думаю, мы пойдем в театр. I think we will go to the theater. I think we will go to the theater. Mm-hmm. Я закажу билеты сегодня. Я закажу билеты сегодня. I will book tickets today. I will book tickets today. Видите, вот сама ситуация. Человека спрашивает, ты что, какие у тебя планы на выходные? Он говорит, я даже не знаю. И тут ему приходит в голову идея. Возможно, да, что-то у него была эта идея. Но вот он говорит, что, возможно, да, я думаю, мы пойдем в театр. Вот сегодня закажу билеты и пойдем. То есть, о чем мы говорим? Мы говорим о спонтанном решении. Да? Вот это spontaneous decision. Или его еще называют instant decision. То есть вот это и есть спонтанное решение, да, то решение, которое вот только что пришло к вам в голову. И вот это обозначает незапланированное действие, да. So future simple denotes unplanned action.
unplanned action, да? Обычное будущее время, future simple, мы употребляем, оно denote, это обозначает, да? Обозначает незапланированное действие. И вот здесь сейчас будут, да, такие незапланированные действия. Первое, это когда у нас идет спонтанное решение. Вы пришли в магазин, и вас спрашивают, вы померили платье, и вас спрашивают, do you like this dress? You say, yes, I like this dress, I'll take it. Да, вот ваше решение, I'll take it, я ее возьму. Я возьму это платье, because I like it. Понимаете? Или там вы пришли в ресторан, и вас спрашивают, meat or fish? А вы думаете, I'll take fish, да, я возьму рыбу. Вот это также, it is spontaneous decision, да, это спонтанное решение. Вот все, о чем мы говорим в будущем, и это спонтанное решение, это будет future simple. Потренируемся. Я думаю, мы сегодня вечером останемся дома. Я думаю, мы сегодня вечером останемся дома. I think we will stay at home tonight. I think we will stay at home tonight. Я плохо себя чувствую. Вот это плохо себя чувствовать, это feel unwell, можно сказать, да? Или же I don't feel well. I don't feel well. Или I feel unwell. Unwell. Вот это отрицательная частичка un показывает нам, что это уже не, да, что-то не. То есть отрицание какое-то дает. Поэтому мы говорим либо I feel unwell, или I don't feel well. I don't feel well. Не забываем, это именно well, не well, да, чтобы у вас не было I don't feel well, well. Нет, это well. I don't feel well. На следующей неделе мы, наверное, навестим наших родителей. Вот это, наверное, да? Я думаю, мы навестим наших родителей на следующей неделе. I think we will visit our parents next week. I think we will visit our parents next week. Я предполагаю, он расскажет тебе об этом проекте. Я предполагаю, он расскажет тебе об этом проекте. Предполагать – это suppose. Сразу же вот себе записывайте, выписывайте вот эти выражения I think, I suppose, unfortunately, да? Помните, вот эти вот такие вводные слова, вводные целые выражения, они очень полезны, поэтому запомните их и старайтесь их употреблять, да? I suppose – это я предполагаю. I suppose he will tell you about this project. I suppose he will tell you about this project. Иди к менеджеру, он тебе все объяснит. Иди к менеджеру. Go to the manager, он тебе все объяснит. He will explain you everything. He will explain you everything. Он тебе все объяснит, да? Вот опять же, да, ты иди к менеджеру, он тебе все объяснит. То есть я предполагаю, да, возможно, он тебе все объяснит. He will explain you everything. He will explain you everything. Что случилось? Ты выглядишь плохо. Что случилось? Ты выглядишь плохо. Что уже случилось, да? Меня интересует результат. What has happened? What has happened? You look unwell. Или you don't look well. You don't look well. Я позвоню к врачу. Я позвоню врачу. I will call the doctor. I will call the doctor. Да? Я позвоню. Ой, давай, я позвоню. Кстати, вот это последнее предложение, оно может быть как спонтанное решение, да, его объяснить, что это спонтанное решение. А можно его объяснить и как
обещание. Потому что когда мы даем обещание, мы также с вами используем future simple. То есть это promise. When you give a promise, you must use future simple. Yeah, you must use future simple. That means, for example, я помогу тебе с твоим домашним заданием. Да? Я помогу тебе с твоим домашним заданием. I will help you with your homework. I will help you with your homework. Человек вам говорит, прости, я не могу сейчас разговаривать. You are calling to this person, and this person says, excuse me, or I'm sorry, I can't talk now. Я не могу, right? I can't talk now. Говорите, хорошо, я перезвоню тебе завтра. Okay, I'll call you back tomorrow. I'll call you back tomorrow. I will, yeah, I'll call you back tomorrow. Спасибо, я буду тебе очень признателен. Thank you, I will be very grateful to you. I will be very grateful to you. Я обещаю, я найду новую работу. I promise I will find a new job. I will find a new job. В данном случае вы видите, что мы употребляем job, а не work, потому что мы говорим about the position, да, то есть о какой-то именно позиции, да, на работе, то есть новую, я найду новое место работы. Вот когда мы говорим о месте, место какой-то работы, мы употребляем job. I promise I will find a new job. Они навестят нас на следующем, на следующей неделе. Они навестят нас на следующей неделе. They will visit us next week. They will visit us next week. То есть они нам пообещали, да? They will visit us next week. The next and one more definition of future simple, it is request. Request – это просьба. Когда вы просите, открой, пожалуйста, окно. Вот в таких вот предложениях вы скажете will you open the window? Закрой дверь, пожалуйста. Да? Закрой дверь, пожалуйста. Закроешь дверь. У нас это будет закроешь дверь, закроешь. Will you close the door? Will you close the door? Это просьба. Это просьба. Но видите, вы как будто просите. Закрой дверь. Но на самом деле это звучит на английском языке, звучит как будто вопросом. О, ты идешь в магазин, купишь мне сок, да? You are going to the shop. Will you buy me some juice? Yeah, да? Купишь мне какой-то сок. Вот в данном случае, когда звучит, когда вы хотите сказать, что купи мне сок, а? Или там закрой дверь, или еще что-то. Когда вы выражаете какую-то просьбу, используем future simple, will you? Will you open the door? Will you help me? Поможете мне? Да? Поможете мне? Will you help me? Как нам сказать? Купишь мне шоколадку? Купишь мне шоколадку? Will you buy a chocolate for me? Одолжишь мне немного денег? Will you lend, одалживать? Will you lend me some money? Will you lend me some money? Да, lend, одалживать. Lend. Запомнили, да? Will you help me? Возьмите и запомните себе вот такие ассоциативные предложения. Вот, например, с этим, именно с этим значением очень хорошо запомнить. Will you help me? Ты мне поможешь? Да? Вот мы как будто спрашиваем, мы и спрашиваем, мы и просим, правильно? Я делаю ремонт, ты мне поможешь? Да? Вот в таком вот ключе и звучит на английском языке. Will you help me? Это и вопрос, и просьба. Да? Вот запомните, will you help me? Произнесите его.
Много-много-много раз. Громко. Will you help me? Тихо. Will you help me? Oh, will you help me? Пронесли? Запомнили, да? Will you help me? Да. And the next. When you make a suggestion. When you make a suggestion. Suggestion – это предложение. Да, помните у нас? I'm calling to suggest going to the theater. Да, я звоню, чтобы предложить пойти в кино. Suggestion – это предложение. Или offer еще может быть, также предложение. Но здесь мы будем использовать с вами еще один, когда-то был он вспомогательным глаголом in future simple, это слово shall. Может, кто учил английский в школе, тот его точно помнит. Да? Раньше было два вспомогательных глагола в будущем. Это shall и will. Shall использовались I, we, да? Что касается меня, скажем так, нас, да? Где я сейчас. И will использовали там they, you, да, he, she, it, вот это было will. Но сейчас все упростилось настолько, что со всеми местоимениями, со всеми лицами, скажем так, употребляется will. Shall осталось только в одном значении, вот именно в этом значении. Когда мы делаем какое-то предложение, да, мы делаем предложение, но опять же в вопросе. В вопросе, например, может, мы пойдем сегодня в кино? Shall we go to the cinema tonight? Shall we go to the cinema tonight? Пойти нам в кино? Это типа, да, вы как будто спрашиваете. Вы и спрашиваете, и предлагаете. Может, помочь тебе с твоим багажом? Shall I help you with your luggage? Shall I help you with your luggage? Repeat. Может, мы сегодня пойдем куда-то погуляем? Shall we eat out tonight? Ну, tonight это я все говорю сегодня вечером, да, сегодня вечером, скажем так, подразумевая. А если же быть дословной, то тогда это shall we go out today? Shall we go out today? Может, мне рассказать о твоем прибытии? Может, мне рассказать ему о твоем прибытии? Shall I tell him about your arrival? Shall I tell him about your arrival? Как видите, здесь shall мы будем также употреблять только с I, только с we. Потому что или я делаю предложение от себя, помочь тебе, да, тебе помочь, скажем так, или давай я сделаю что-то. Это я именно предлагаю. Или же в данном случае я говорю о нас. Давайте пойдем, да, как будто, может, мы пойдем куда-то. Может, мы сделаем что-то. Вот это shall. То есть я выношу предложение либо от себя, что я могу что-то сделать, либо от нас, давайте мы сделаем что-то. Запомнили? Угу. Может, мы поедем в Испанию этим летом? Shall we go to Spain this summer? Shall we go to Spain this summer? Может, я поеду в Италию одна? Shall I go to Italy alone? Shall I go to Italy alone? Вот это может, да, в английском, ну, вернее, в русском, когда мы его переводим, оно именно вот дословно вот, ну, показывает именно вот это значение, когда мы предлагаем что-то. Когда мы и предлагаем, и в том же момент спрашиваем. Хотя, как видите, в английском языке может будет переводиться совсем по-другому. Это будет maybe, да? May – это совсем другой модальный глагол. Но именно вот запомните, как оно, его значение – когда вы спрашиваете, когда вы предлагаете, все в один момент. Да? Запомнили. Shall I do something? Да? Shall I switch off the computer? Может, мне выключить компьютер? Да? Запомнили. Хорошо. Итак, повторим.
Future simple. We use future simple if we talk about unplanned action. То есть мы с вами употребляем будущее время, когда мы говорим о каком-то незапланированном действии. Или даже, смотрите, через 50 лет люди будут зелеными. Планируем? Не планируем. Может такое быть? Мало ли, а вдруг? Да? То есть это мы просто вот говорим, что что-то может произойдет в будущем, а может и не произойдет. Да? Вот в таких вот случаях мы с вами будем употреблять will. Когда мы делаем какое-то там, да, предположение, что что-то будет в будущем. Через 10 лет он будет профессором, например, да? In 10 years he will be a professor. То есть здесь мы даже не то чтобы даем какое-то предположение, что у нас есть какие-то, что он очень умный, он много учится, а мы говорим, о, этот маленький мальчик будет через 10 лет профессором. Возможно, да? Это мы так хотим. Вот и поэтому мы так говорим. He will be a professor. Если же он очень умный, и все есть, да, наявные, скажем так, вот все качества, и все прям говорит о том, что он будет профессором, тогда мы скажем, he is going to be a professor. Понимаете? И в этом разница. В этом разница, когда мы говорим с вами о будущем и делаем какое-то предположение, да, что, возможно, что-то произойдет в будущем, но не имея на это каких-то там доказательств, каких-то явных предметов, да, или каких-то объектов, скажем так, которые указывают нам, что это произойдет, то тогда это будет обычный will. Если же мы имеем, да, мы знаем, почему будет дождь, да, потому что вон смотри, сколько туч, тогда это it's going to, да, или be going to, скажем так. Запомнили? Еще, когда мы делаем promise, yeah, when we make promise, I will help you. Oh, don't be in a hurry, I will give you a lift, yeah, не спеши, я тебя подвезу, I will give you a lift. Помните выражение, да? Помните? I will give you a lift. Вот в данном случае we make a promise. Я тебе обещаю, да не спеши, ты, я тебя подвезу. It's a promise. Yes? Или же мы делаем какую-то просьбу, да, выражаем просьбу, request. Will you give me a lift? Ты меня подвезешь? Да? Вот. Will you give me a lift? А другой человек, наоборот, вам предлагает. Вы спешите, а он говорит, так может тебя подвезти? Shall I give you a lift? Да, он уже говорит от себя. Shall I give you a lift? Мне тебя подвести? Видите? Вот в таких, кажется, одно выражение. Give you a lift. Да? Но все, видите, в разных позициях оно будет звучать совсем по-другому. Там человек сам предлагает. Shall I give you? Здесь вы просите. Will you give me a lift? Да? Или же он обещает, да не торопись, я тебя подвезу, да, он утверждает, я тебя подвезу, он это обещает вам, и он, he says, I will give you a lift, да, I will give you просто, I will give you a lift. Или же когда вы говорите какое-то незапланированное действие, in 10 years he will give me a lift to the moon, например, да, он меня подвезет к Луне. Запомнили? Надеюсь, запомнили. All these we have talked about unplanned action. Now we are going to revise and we'll learn some more material about planned actions. Сейчас мы с вами немножко повторим материал, который мы с вами учили о запланированных действиях, и выучим еще новые конструкции, которые также употребляются и выражают запланированное действие. Итак, planned action. Например, I'm going to visit my parents. Я собираюсь посетить моих родителей, да? I'm going. Это то, что что-то мы планируем делать. Возможно, что-то произойдет, да? И мы знаем, что я уже договорился об этом. Итак, если мы что-то говорим. What plans do you have for the weekend? I say, I don't know. I think I will visit my parents. Здесь у нас незапланированное действие. Если же вам человек говорит, I'm going to visit my parents. Вот эта конструкция говорит нам о том, что это мы планируем. Как нам сказать, ты собираешься пойти смотреть достопримечательности? Are you going to go sightseeing? Мы не собираемся встретиться завтра. We are not going to meet tomorrow. Вчера я не собирался его встретить, но мы встретились в кафе.
I was not going to meet him, but we met in a cafe. I was not going to meet him, but we met in a cafe. But we met in a cafe. Она собиралась поступать в этот университет. Поступать – это enter the university. Enter. Помните, я вам говорила, как входить вовнутрь, да? Enter the room. И вот вступать в университет также будет enter, только уже без ничего the university. Она собиралась вступать в этот университет? Was she going to enter this university? Was she going to enter this university? Угу. Например, нет, да, она сделала это спонтанно, да? Вот. То есть, что я хочу сказать, что когда мы с вами говорим о каком-то запланированном действии в настоящем, в прошедшем, мы будем с вами использовать конструкцию be going to. Be going to. В настоящем это am is are, в прошедшем was were. Мы это с вами учили, да? Ну, смотрите. Может же быть еще одно запланированное. И есть еще один вид запланированных действий. Когда мы говорим, то что делаешь завтра? Я встречаюсь со своим партнером в 6 часов, например. Да? Я встречаюсь со своим партнером, да, по работе. Вот как будто не я встречусь, а я уже точно знаю, что я встречаюсь со своим партнером в 6 часов, потому что я уже все для этого организовал, договорился. Точно знаю, где и как, и что. Вот это называется future arrangement. Future arrangement. Буду arrange – это организовывать. Arrangement – то есть это вот сам этот процесс, организационный процесс. Да? Future arrangement – это то, что будет, что уже запланировано и организовано в будущем. В данном случае, если я говорю о своей работе, я встречаюсь со своим партнером в 6 часов, я все организовал для этого. Именно поэтому смотрите, как в русском оно звучит. Я встречаюсь. Правильно? Как будто сейчас. Не я встречусь, а я встречаюсь. Правильно? В английском будет звучать точно так же. Как будто я встречаюсь с ним сейчас. Именно сейчас. В длительном уже. В процессе. И это как? I am meeting my partner at 6 tomorrow. Видите? Ничего, что слово tomorrow, и ничего, что слово там at 6 o'clock, for example. Главное, вот эта конструкция present continuous и слово tomorrow показывают нам, что это уже все организовано, и оно точно произойдет в будущем. Запомнили? Например, мы встречаемся со своими друзьями завтра в 8. We are meeting with our friends tomorrow at 8. Они женятся на следующем месяце. Они женятся в следующем месяце. Жениться, выходить замуж. Get married. Помним? Get married. Они уже точно знают, все спланировано. Это будет в следующем месяце. They are getting married next month. They are getting married next month. Нет, they will. Нет. Если вы скажете they will get married, это будет обозначать, что может они поженятся еще в следующем месяце, да? А может и нет, да? Мы этого не знаем. Если вы скажете they are going to get married, это просто они собираются пожениться. Но нет вот этого такого, скажем, привкуса того, что это уже все организовано. Понимаете? Вот именно вот это they are getting married. То есть это все, уже гости приглашены, все организовано. Они уже пригласили всех на вечеринку, как сказать? They have invited everybody to the party. They have invited everybody to the party. А на свадебную вечеринку? To the wedding party. They have invited everybody to the wedding party. Или можно сказать, они пригласили всех гостей, all guests, да, to the wedding party. Мы купили тур в Лондон. Мы уже купили его. We have bought a tour to London.
We have bought a tour to London. Здесь можно сказать we bought. Если вы не хотите подчеркнуть того, что я уже купил тур в Лондон, ура! Просто, ну, мы там говорим, что на прошлой неделе, ой, это еще делал, еще тур купил я в Лондон на прошлой неделе, например, да? Это все из контекста, все зависит от контекста. Вы можете сказать I bought a tour to London или we bought a tour to London. Так что в понедельник. Это продолжение, да? We have bought a tour to London. Хотим подчеркнуть, что мы вот уже купили его. Хвастаюсь я. Так что в понедельник мы посещаем музеи. Во вторник мы гуляем по Лондону. А в среду мы фотографируемся. В среду мы фотографируемся. Все расписано, все организовано, все входит в тур. Итак, в понедельник мы... ходим по музеям, то есть навещаем музеи и давайте еще и замки. В понедельник мы ходим в музеи и замки. Ходить, навещать, как будет, помните, у нас было выражение? Visit, да, именно visit museums. On Monday, помним, что с днями недели мы употребляем on. On Monday we are visiting museums and castles. Во вторник мы гуляем по Лондону. On Tuesday, we are walking around London. И в среду мы фотографируемся и уезжаем из отеля. And on Wednesday, we are taking photos and checking out. And on Wednesday, we are taking photos and checking out. Я предлагаю поехать на рождественские каникулы вместе. Я предлагаю поехать на рождественские каникулы вместе. Как вы скажете? Просто я предлагаю, как мы когда-то учили. I suggest going on Christmas holidays together. I suggest going on Christmas holidays together. А как мы скажем, а может, мы поедем на рождественские выходные вместе? Shall, помните? Shall we go on Christmas holidays together? Shall we go on Christmas holidays together? Звучит замечательно, но мы собираемся в Нью-Йорк на Рождество. Звучит замечательно, но мы собираемся в Нью-Йорк на Рождество. Sounds great, but we are going to New York on Christmas. Смотрите, вот здесь мы собираемся поехать в Нью-Йорк, да? Мы можем сказать двумя вариантами. Помните, когда мы только начинали учить going to, я вам говорила, что going to go, мы еще с вами будем учиться, как его переделывать, да? Вот как раз это тот случай. Смотрите, когда вы говорите, я собираюсь поехать в Нью-Йорк, да, например, на рождественские выходные. Если вы хотите подчеркнуть, что вы еще ничего не организовали вообще, то есть это только такие планы размытые, но вы уже собираетесь, тогда вы говорите We are going to go to New York on Christmas holidays, например, да? Если же вы уже говорите, что, ну, я планирую поехать, то есть я уже этим занимаюсь, организовываю все и так далее, это вы можете сказать просто, и так и скажут. We are going to New York on Christmas holidays. Как будто вот этот вот present continuous, который показывает нам, что это уже в будущем, оно точно произойдет, как future arrangements. Понимаете? То есть вот это going to go, оно, если я же говорю, это более британский вот вариант, когда вот оно есть там, going to go, и мы четко выражаем, что я собираюсь, я еще ничего не организовал. А вот в американском варианте оно бывает, вот просто смывается, скажем так, да, и получается we are going to New York. Даже если на русский мы можем перевести мы собираемся в Нью-Йорк. А можем перевести мы едем в Нью-Йорк. Здесь уже, понимаете, как по контексту, скажем так, все выходит из контекста. Вообще,
нужно всегда смотреть на контекст, потому что перевести можем совершенно по-разному на русский. Когда студенты начинают вот цепляться именно за русский, да, вариант, вот даже в русском мы можем выражать с помощью предложений, да, разный смысл. Вот как «я встречаюсь с своими друзьями». Это «я собираюсь встретиться» или «я уж точно встречаюсь», да? Вот на английском, если вы говорите «I'm meeting with my friends», здесь уже точно, да? А если «I'm going to meet», это «я только собираюсь». А в русском мы можем сказать «О, я завтра встречаюсь со своими друзьями», хотя думаем «А может, и не пойду». Правильно? Вот. Вот в таком вот контексте. Так. Итак, мы собираемся в Нью-Йорк на рождественские выходные. Еще раз. «We are going to New York on Christmas holidays». Это на рождественские выходные. А если вы просто говорите «на Рождество», то тогда это будет «We are going to New York for Christmas», как будто для Рождества. «We are going to New York for Christmas». Мы уже заказали билеты и гостиницу. Мы уже заказали билеты и гостиницу. «We've already booked tickets and a hotel». «We've already booked tickets and a hotel». Да? Мы уже заказали, поэтому «we are going», да? «We are going to New York». Да? Хорошо. Вот из этого контекста, видите, мы понимаем, что, скорее всего, «we are going to New York», чем «we are going to go». Хотя, если вы скажете «we are going to go», также вас поймут, и это будет правильно. Ты когда увидишь своего босса? Ты когда увидишь своего начальника? When will you see your boss? When will you see your boss? Если же, когда ты планируешь увидеть своего начальника? When are you going to meet your boss? Видите? Совсем другое значение. Ты когда увидишь босса? When will you meet? Когда собираешься, то есть ты когда планируешь его видеть, да, когда планируешь видеть, как будто собираешься, это будет «When are you going to meet your boss?» Завтра у нас совещание. Совещание – это как собрание, да, как встреча, meeting. Завтра у нас совещание по графику, да, то есть я точно знаю, что оно будет. «We are having a meeting tomorrow». «We are having a meeting tomorrow». Он собирался вернуться из Австралии. Он собирался вернуться из Австралии. He was going to come back from Australia. He was going to come back from Australia. И еще одна грамматическая конструкция, которая указывает нам на будущее время, это future continuous. Да? Вот мы с вами учили present continuous, учили past continuous. Сегодня мы с вами выучим future continuous. Future continuous. Как вы думаете, что будет выражать future continuous? Давайте вспомним, что выражает continuous вообще. Это что? Это действие в процессе. Правильно? Любой continuous – это действие в процессе находится. Мы сейчас с вами беседуем. Это we are in a process. Да? Мы с вами в процессе. So, we are talking. We are talking now. В прошедшем мы вчера беседовали, мы были в процессе, когда что-то произошло, или ровно в это время, да, или же там с 5 до 6 и так далее. То есть есть какая-то временная, что указывает нам, что именно в этот момент мы были в процессе. Это будет we were talking. Ну и как вы думаете, в будущем что оно будет обозначать? Что мы будем делать в будущем, правильно? В конкретный момент. Как, или когда что-то произойдет, я буду это делать точно так же, как в прошедшем. Только это будет в будущем. С чего у нас состоит continuous всегда? Глагол to be, его временные формы, и инговое окончание. Да? Глагол, инговое окончание, вот этот процесс, именно который is stable, скажем так, да, стабилен, и он не изменяется, этот глагол. То есть он будет с инговым окончанием. В прошедшем инговое окончание – в будущем также будет это инговое окончание. Только показатель будущего у нас что? Will. После will у нас идет чистый глагол,
да, мы не можем сказать will was, например, да, или will has, также не можем сказать, мы говорим только will have. И вот will be будет неизменно. Will be doing something. Вот и посмотрите, когда действие у нас будет длиться в процессе, в будущем, в определенный момент, например, tomorrow at 5 o'clock, или tomorrow the whole morning, да, весь, все утро, the whole day, or from 6 till 7, с 6 до 7, да, или там from the whole day next week, the whole Sunday next week. For example, the whole next Sunday we will be cleaning the forest. Все следующее воскресенье, да, весь день. The whole next Sunday, да, we will be cleaning the forest. Мы будем убирать лес, например, да. Или we are cleaning the forest, это если оно уже точно, мы знаем, все уже организовали. Если we are going to clean, это если мы собираемся. А we will be, это мы хотим показать, что мы будем в процессе весь день. Понимаете? Это не обозначает, что это незапланированное действие. Это просто обозначает, что что-то произойдет в будущем, но оно будет длиться в процессе. И мы хотим подчеркнуть, что оно будет длиться в процессе именно. Не просто это будет, что там планируем, не планируем, организовано, не организовано, а то, что мы будем весь день ходить по музеям. Да? Даже если мы собираемся, и это в туре указано, но я хочу сказать, что мы будем весь день ходить именно с утра и до вечера. Вот это будет future continuous. Понимаете разницу? Думаю, понимаете. Итак, как строится? Я вам уже немножко сказала, давайте сейчас разберем на схемках. И сразу же вот ту табличку, которая у нас с вами есть, да, которую мы с вами вписывали, present perfect, и закончили мы, да, тогда на present perfect, сегодня мы с вами вписываем future continuous, туда же, в табличку. Поэтому можете сразу же ее доставать. Сначала разберем по схемках, а потом вы туда впишете. А можете сразу вписывать, as you wish. Итак, на первом месте объект. Да? Кто-то что-то будет делать. Will, be, да, показатель continuous, и инговое окончание, также показатель процесса. Да? То есть показатель continuous. Мы знаем, что continuous состоит из двух частей. Be, инговое окончание. Глагол инговое окончание, да? I will be doing something. Она будет принимать душ завтра в 8. Не звони ей. She will be... Принимать душ? Take a shower. Или have a shower. She will be taking a shower at 8 tomorrow. At 8 in the morning. Да, 8 утра, можно сказать. At 8 o'clock. At 8 a.m. Можно по-разному. Не звони ей. Don't call her. Don't call her. Мы не будем делать домашнее задание весь день завтра. Мы не будем делать домашнее задание весь день. У нас немножко задания, да? Итак. We won't. Видите? Will not. Да? Will not. И дальше be doing. We won't be doing homework the whole day tomorrow. We won't be doing our homework the whole day tomorrow. We won't be doing our homework the whole day tomorrow. Да, не будем мы делать весь день. Вопрос. Что мы будем выносить на первое место? Это, конечно же, will, да? Will you be doing something? Да? Ты завтра будешь ехать в машине в 8 часов вечера. Ты завтра будешь ехать в машине в 8 часов вечера, то есть вести машину, да, водить машину. Will you be driving a car at 8 in the evening? Will you be driving a car at 8 in the evening tomorrow? Да, завтра. Что ты завтра будешь делать в это время? Что ты будешь делать завтра в это время? На первое место мы будем выносить специальные вот эти вот вопросы, да, вопросительные слова. What, when, who, where и так далее. Итак, что ты будешь делать? What will you be doing? What will you be doing?
В это время завтра. At this time tomorrow. What will you be doing at this time tomorrow? Угу. Что она будет делать завтра весь вечер? What will she be doing the whole evening tomorrow? What will she be doing the whole evening tomorrow? Кто завтра будет петь? Здесь, видите, здесь оно не будет абсолютно ничем отличаться от обычного специального вопроса. Просто не будет объекта, кто будет, да? А вопрос к объекту, подлежащему. Who will be singing? И все. Who will be singing? Кто завтра будет петь на вечеринке? Who will be singing at the party tomorrow? Who will be singing at the party tomorrow? I hope it is clear. Я надеюсь, это понятно вам. I hope it is clear with present, with the future continuous and present continuous and future simple and be going to. I hope it's clear. And now let's practice. So, translate please my sentences. Мы будем ехать домой на машине. Да? Мы будем ехать домой на машине завтра в 8 вечера. We will be going back в машине. In a car. We will be going back home. Да? We will be going back home in a car tomorrow at 8. We will be going back in a car tomorrow at 8. Это если нас будут вести. А если же мы будем ехать за рулем, да? We will be driving back home at 8 in the evening tomorrow. We will be driving back home at 8 in the evening tomorrow. Итак, она будет идти к врачу в это время завтра. Она будет идти к врачу в это время завтра. She will be going to the doctor at this time tomorrow. She will be going to the doctor at this time tomorrow. Она будет завтра идти к врачу в это время? Will she be going to the doctor tomorrow at this time? Will she be going to the doctor tomorrow at this time? Что вы будете делать завтра весь вечер? Что вы будете делать завтра весь вечер? What will you be doing tomorrow the whole evening? What will you be doing tomorrow the whole evening? Я не знаю. Возможно, мы пойдем в театр. I don't know. I think... Да, вот это возможно, я думаю, что мы пойдем. I think we will go to the theater. I think we will go to the theater. Ты расскажешь ей о своем визите? Ты расскажешь ей о своем визите? Вообще, расскажешь или не расскажешь? Да? Will you tell her about her visit? Will you tell her about her visit? Если вы скажете, собираешься ли ты рассказать, это будет Are you going to tell her about her visit? Также, да, планируешь ли ты рассказать, также пойдет. Нет, завтра она будет работать целый день. Нет, завтра она будет работать целый день. Now, tomorrow, she will be working the whole day. Now, tomorrow she will be working the whole day. Я предполагаю, что я встречу ее возле офиса. Я предполагаю, что я встречу ее возле офиса. I suppose I will meet her near her office. Либо near,
an office. Ну, это вообще никак, какого-то офиса, да? Если мы не знаем. Имеем в виду конкретный офис, поэтому либо her office, либо the office. I suppose I will meet her near her office. Вы будете заняты завтра? Быть занятым? Be busy. Be busy. Да? Busy, busy, busy. Mm-hmm. Be busy. I'm sorry, I'm busy. Я, да? Простите, я занят. Вы будете заняты завтра? Will you be busy tomorrow? Вы будете заняты на следующих выходных? Will you be busy next weekend? Мы собираемся пригласить наших старых друзей на ужин. Мы собираемся пригласить наших старых друзей на ужин. We are going to invite our old friends for dinner. We are going to invite our old friends for dinner. Так, может, нам пойти в ресторан? Предлагаю я. Shall we go to the restaurant? Я заплачу. I will pay. Видите, обещание. I will pay. I will pay. Ты не одолжишь мне немного денег? Одалживать? Lend. Как земля, да? Только по-другому пишется. Вообще land, да, land, земля, одалживать lend, lend, более краткое. Хотя просто если быстро говорить, да, то здесь уже по контексту. Итак, ты одолжишь мне немного денег? Will you lend me some money? Will you lend me some money? Мы идем в кафе завтра. Я уже заказал там столик. We are going to the cafe tomorrow. Ты собираешься навестить Тима завтра? Ты собираешься навестить Тима завтра? Are you going to visit Tim tomorrow? Are you going to visit Tim tomorrow? Прости, я предполагаю, что буду работать завтра весь вечер. Sorry, I suppose I'm going to work the whole evening tomorrow. I suppose. I'm sorry, I suppose I will be working the whole evening tomorrow. I will be working, да, because I suppose, I'm not sure, да, я не уверен, я предполагаю. Что ты будешь делать на этих выходных? Что ты будешь делать на этих выходных? Как правило, вот здесь мы интересуемся запланированным действием, да? Поэтому вас спросят, what are you going to do? Или же, what are you doing this weekend? И запомните это. Вот если вы хотите спросить, что ты будешь делать завтра, да? То есть вы же спрашиваете, что ты планируешь, правильно? Спрашивают о запланированном действии, а не спрашивают о том, что ты сейчас придумаешь, правильно? Именно поэтому запомните себе и выучите. Вот два выражения. What are you going to do tomorrow? What are you doing tomorrow? Да? То есть это уже или ты уже организовал это, да? И вот что ты делаешь завтра, или что ты собираешься делать. Понятно? Запомните. What will you do? Так говорят, ну, очень редко. Сразу же заучить себе лучше правильно. Правильно так, как говорят. Хорошо? What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Мы едем в Париж. We are going to Paris. Мы будем ходить и смотреть достопримечательности по Парижу, да, на протяжении двух дней. Мы будем ходить, смотреть достопримечательности по Парижу на протяжении двух дней. We will be going sightseeing around
Paris for 2 days. We will be going sightseeing around Paris for 2 days. Что твой муж делает завтра? What is your husband doing tomorrow? What is your husband doing tomorrow? Или What is your husband going to do tomorrow? Он встречается со своими друзьями. He is meeting with his friends. Я предполагаю, они будут играть в баскетбол весь вечер после работы. I suppose they will be playing basketball the whole evening after work. I suppose they will be playing basketball the whole evening after work. Ты не мог бы мне перезвонить на выходных? Could you call me back at weekend? Мы будем в окрестностях города. Мы планируем быть в окрестностях города. Вспомним-ка, как будут окрестности? On outskirts. Да, помним. We are going to be on outskirts of the city. We are going to be on outskirts of the city. И еще одна временная форма, которая также обозначает действие в будущем, это present simple. Это present simple. Что такое present simple? Да? Ведь мы говорили, что это действие, которое происходит вообще. Причем здесь future, причем здесь будущее. А дело в том, что если мы хотим сказать, что что-то произойдет в будущем, но это согласно какому-то расписанию, то тогда мы с вами будем употреблять present simple. Например, магазин открывается завтра в 9, но он всегда открывается в 9, понимаете? Это согласно расписанию. Но мы говорим, ну ведь есть слово «завтра», но ничего страшного, что оно там есть. Все равно мы будем с вами употреблять present simple, и мы скажем «The shop opens at 9 tomorrow». «The shop opens at 9 tomorrow». Здесь мы с вами говорим о расписании. We are talking about timetable. That is why we must use present simple. Okay? Remember it. Clear. I hope it is clear. So, for example, увидимся в кафе. Оно закрывается завтра в 10, поэтому не опаздывай. See you in a cafe. It closes at 10. So, don't be late. Да? Не опаздывай. So don't be late. Завтра я собираюсь встретить своих родственников в аэропорту. Tomorrow I am going to meet my relatives at the airport. Их самолет приземлится в 8:45. Their plane lands at quarter to nine. Their plane lands at quarter to nine. Как видите, здесь, во всех этих предложениях, мы с вами говорили о том, что произойдет в будущем согласно какому-то расписанию. Именно поэтому мы с вами и употребляли present simple. Итак, теперь давайте let's revise everything that we have already talked about future actions. So, the first, it's when we talk about unplanned action. Yes? If we talk about unplanned action, we use future simple. Да? Some spontaneous decision or instant decision. Yes? For example, we say, I will take fish, not meat. Yeah? I will take fish. It's a spontaneous decision. It's not a promise. Да? Вы не обещаете, что я обещаю, я возьму рыбку, не мясо, мясо не буду брать. Нет. It's just your spontaneous decision. Это просто ваше спонтанное решение, что вы берете в ресторане рыбу, а не мясо. Понимаете? Именно поэтому мы с вами употребляем future. Помним, что в тех предложениях, когда вы говорите, или же когда вы говорите, I think maybe something will happen.
Or, я предполагаю, что что-то произойдет. I suppose something will happen. Yeah? Также это у нас future simple. Или же, когда вы делаете обещание. Да? You promise something. You promise something, and you say, I will help you. I will help you. Don't worry. Да? Я тебе помогу. I will love you all my life. Я буду любить тебя всю свою жизнь. Да? Or, I will pay you back tomorrow. Я отдам тебе деньги завтра. Pay back. Да, это отплачивать. То есть, я отдам тебе деньги. I will pay you back tomorrow. То есть, я делаю обещание. Right? Or, if you make some request. Request. For example, you say, will you open the door? Will you help me? So, when we make some request, yes? Когда мы говорим о какой-то просьбе. The next thing is offer. Да, мы с вами говорили. Предложение. Or a suggestion. When you say, shall we eat out tonight? Может, мы где-то покушаем? Да, не будем кушать дома. Может, мы пойдем куда-то в ресторанчик и там покушаем. Или в кафе. Да? Shall we eat out? Shall I open the window? Может, мне окно открыть? It's rather stuffy. Довольно-таки душно. Да? In this case, we also use future simple. Will. Yes? All this we were talking about future actions, unplanned future actions. Now we are going to revise planned future action. Yeah? Some planned action in future. Be going to, we used, right? And present continuous, if we talk about future arrangements. For example, I'm going to meet my friends tomorrow, and I'm meeting my friends tomorrow at 5. Yes? That means that I have already arranged everything. В данном случае мы с вами говорили о запланированном действии и употребляли конструкцию be going to и present continuous, которая говорит о том, что уже все спланировано. Правильно? And also we use present simple to talk about timetable, future actions that will happen according to timetable. Также мы с вами будем употреблять present simple, чтобы обозначить действие, которое произойдет в будущем. Согласно расписанию. Поезд придет, поезд отправится, да? The train departs at 8 o'clock, for example, да? Например, поезд отправится в 8, но он отправляется в 8, мы можем также перевести на русский, что он отправляется в 8. Ясно? Now let's practice. Let's practice all these cases of future actions. Okay? Что ты делаешь сегодня вечером? What are you doing tonight? Либо, what are you doing this evening? Можно сказать, this evening, сегодня вечером, или tonight. Я иду в кино с моей сестрой. I am going to the cinema with my sister. Когда начинается фильм? When does the film start? Он начинается в 7 часов. Вечером. It starts at 7 p.m. Да? Вот в данном случае мы спрашиваем, когда начинается фильм? То есть, вроде бы сегодня вечером, да? Говорим о будущем действии. Но when does the film start? Потому что мы говорим о расписании. Фильм начинается. Точно так же мы отвечаем, потому что согласно расписанию. Что ты делаешь? Да? Планируешь делать? Поэтому здесь мы с вами можем употребить going to, what are you going to do tonight, либо this evening, либо what are you doing this evening, да, и отвечаем, I am going to the cinema. Запомнили. When are you going to be at home? Когда ты планируешь быть дома? When are you going to be at home? Я думаю, мы возьмем такси. I think we'll take a taxi. Поэтому мы будем около 10:00 вечером. So, we'll be at home about 10 p.m.
Пойдем на экскурсию завтра. Пойдем? Да, я делаю предложение тебе. Пойдем на экскурсию завтра. Shall we go on an excursion? Обратите внимание, ходить на экскурсию. Go on an excursion. Shall we go on an excursion tomorrow? В котором часу начинается экскурсия? What time does the excursion start? Она начинается в 3. It starts at 3 o'clock. Ой, я не приду. Oh, I won't come. Да? Это он только что решил. Он точно знает, что он не придет. I won't come. Почему нет? Why not? Я буду ехать в это время в бизнес-командировку, то есть в поездку, да, в бизнес-поездку. Я буду ехать в бизнес-поездку в это время завтра. I will be going on a business trip at this time. I will be going, yes, I will be going on a business trip at this time. Привет, Анна. Я иду за покупками сегодня. Пойдем со мной. Hello, Anne. I'm going shopping today. Пойдем со мной, а? Вот прошу тебя. Пойдем. Will you go with me? Will you go with me? Да, я прошу тебя пойти. Пойдем со мной. Я собираюсь помочь ей с работы по дому. I am going to help her with housework. I am going, я собираюсь. I am going to help her with housework. Давай встретимся в кафе вечером. Shall we meet at a cafe in the evening? Да? Или можем просто. Let's meet at a cafe in the evening. Да, давай встретимся. Или же, да, может, так может встретимся в кафе? Shall we meet at the cafe in the evening? Или можно еще, как насчет, да, также можно перевести. What about meeting at a cafe in the evening? Хорошо, какое время будет тебе удобно? What time will be suitable for you? Вспомнили? Мы учились-то с вами. What time will be suitable for you? Я планирую освободиться в 7 часов. Я собираюсь, да? Я планирую освободиться, быть свободной в 7 часов. Быть освободиться – это be free. Вот как быть занятым – это be busy. Вот так и освободиться, да, быть свободным – be free. Free. Да, как картошечка free. Она свободна. Да? Она свободна, она вот со всех сторон обжаривается, ничего ей не мешает. Free. Так. I am going to be free at 7 p.m. I am going to be free at 7. Замечательно. Тогда буду ждать тебя в 7 в кафе возле нашего дома. Замечательно. Great. Wonderful, да? Это все будет замечательно. Тогда я буду ждать тебя ровно в 7. Ровно в это время я буду ждать тебя, да? Какая временная форма? Если именно в это время я буду в процессе, я буду ждать тебя, это future continuous, да? Мы с вами помним, что future continuous мы с вами будем употреблять, когда действие будет проходить в процессе, именно в какое-то конкретное время. Итак, I will be waiting for you at 7 в кафе возле нашего дома, квартирного дома имеется в виду. At a cafe near our apartment house. At a cafe near our apartment house. The next. Простите, вы не могли бы сказать, в котором часу поезд прибывает в Лондон? Вы не могли бы сказать, в котором часу поезд прибывает в Лондон?
Excuse me, could you tell me what time does the train arrive in London? What time does the train arrive in London? Я полагаю, мы будем в Лондоне в 7 часов вечера. Полагать? Suppose. I suppose we will be in London at 7 in the evening. I suppose we will be in London at 7. At 7 p.m., we can say. Я опоздаю на встречу. Я уже точно знаю, потому что я опаздываю, да? Вот. I'm going to be late. Видите, все, да, все, есть какие-то основания полагать, что что-то произойдет. А вот по, именно поэтому мы говорим going to, we make a prediction about future. So, I'm going to be late for a meeting. I'm going to be late for a meeting, repeat. I hope it is clear for you with future actions, and now let's summarize. Summarize – это подведем итог, да? Подведем итог, то есть обобщим. Вот это, да, to make a summary, то есть сделать вот такое обобщение всего, о чем мы сегодня с вами говорили. Итак, нужно запомнить, мы сегодня с вами взяли все будущие времена. Я имею в виду именно те, которые выражают вот будущие действия, без перфекта. Мы с вами еще перфект не брали, да? Но мы уже с вами знаем future simple, future continuous и еще конструкции и временные формы, которые также могут выражать будущие действия. Итак, future simple. Что выражает future simple? Это действие, unplanned, незапланированное действие, которое, возможно, произойдет в будущем. Да? Или просто мы делаем предположение, что оно произойдет там, да, в следующем году. Там, я навещу, например, там, какой-то музей, да, я собираюсь посетить, имеется в виду. Но я не знаю, я еще пока что ничего не предпринял для этого. Да? Или там мы поедем куда-то, мы встретимся со своим, там, с кем-то, мы сделаем что-то, мы построим, или там будет что-то развиваться. Да? То есть вот это просто, когда мы, скажем так, рассуждаем о будущем, что что-то, возможно, произойдет в будущем. Или же, когда мы делаем обещание, да, и тут же говорим. Хотя, в принципе, смотрите, все это можно привязать, вот эти все обещания, да, когда мы говорим просьбы, все это можно привязать к значению spontaneous decision, то есть это спонтанное решение. Когда человек говорит, oh, my bag is so heavy, да, человек говорит, oh, моя сумка такая тяжелая, вы говорите, oh, I will help you, да, я помогу тебе, обещание. Да? I will help you. Да? I will help you. Или же, shall I help you? Может тебе помочь? Shall I help you? Да? Вот в данном случае также. Это, да, мы спонтанно, тут же мы говорим это человеку. Поэтому давайте мы с вами запомним, что когда мы принимаем какое-то спонтанное решение, когда покупаем где-то что-то в магазине, говорим, да, я это беру. Да, я заказываю в ресторане. Как правило, мы употребляем именно future. Даже если вы планировали съесть эту фаршированную рыбку очень долго, да, или эту рыбку на гриле, все равно это будет future. И, ну, и вы говорите не I'm going to order this grilled fish, а именно говорите I will take, либо I will order grilled fish. Да, запомнили, запомнили. Что когда мы что-то заказываем или что когда-то что-то покупаем, мы говорим I will, I will, I will. Дальше просьба, request. Will you open the door? Will you help me? Will you give me some water? And so on, да? И так далее. Will you, will you, will you? Поможешь мне, поможете мне, да, с чем-то. Сделайте ли для меня какую-то услугу? Offer, предложение. Shall. Shall we go? Shall I help you? Shall we go there abroad? And so on. Да? Может, мы туда поедем за границу и так дальше. То есть, когда мы как будто предлагаем, да, как будто вот мы we make an offer, we make a suggestion. Почему бы нет, да, почему бы не поехать туда, почему бы не пойти, но в том же дело и спрашиваем, да, звучит как вопрос. It was future, future simple. Future
continuous давайте возьмем, да? Раз уже сразу вот по табличке, смотрите сейчас табличку, future continuous у нас выражает что? Это действие, которое произойдет в будущем, и будет оно происходить на протяжении какого-то момента, да? Оно будет в процессе, всегда действие в процессе, да, continuous. Только видим continuous, значит, это процесс. Действие в процессе, в будущем. В это время я буду ждать тебя. I will be waiting for you at this time. Мы будем путешествовать весь следующий год. We will be traveling the whole next year. Да? Мы будем путешествовать. Мы будем что-то делать именно в какой-то отрезок времени, в будущем. Да? Или же в какой-то момент в будущем. Это также у нас будет future continuous, когда мы хотим подчеркнуть, что что-то будет происходить долго. Это у нас, скажем так, незапланированное действие или же запланированное, как когда, если мы будем путешествовать, вроде бы же планируем, но мы хотим подчеркнуть процесс. Вторая, теперь конструкция, которая также использует, это be going to. Запомнили, что она есть в настоящем, она есть в прошедшем. Я имею в виду глагол to be, да, который выражает present, am, is, are, I am going to, да, я собираюсь. Но вроде бы мы говорим I am going to, не will, да, но выражает будущее действие, которое произойдет в будущем. Я собираюсь что-то сделать в будущем. Я собирался в прошедшем. I was going to cook soup, but I decided to cook a vegetable stew, for example, да? Я собирался приготовить суп, но приготовил тушеные овощи, да? То есть, когда мы говорим, что мы что-то собирались делать. Запомнили? Be going to. The next, present continuous. Когда выражает запланированное действие, но когда уже все организовано. Вот представьте себе, что вы купили тур, да? Вы тур купили куда-то. Париж, и вы знаете, что у вас все организовано, все для вас сделано. Утречком вы идете в ресторан, затем вы едете куда-то на экскурсию, затем вы идете отдыхать, затем вы что-то еще, и это все будет we are taking pictures, we are going to the restaurant, we are doing something, именно потому что это уже все организовано для вас. И это точно произойдет. Present simple. Когда же мы с вами употребляем present simple? Мы выражаем будущее действие, которое произойдет согласно какому-то расписанию. Согласно какому-то расписанию. According to some timetable. Самолет отправляется, приземляется, да, он приземлится. Пойду в кино, ведь фильм начинается во столько-то, да? И даже если мы говорим это о завтра, о будущем что-то, на следующей неделе, все равно мы с вами будем употреблять present simple, потому что мы говорим о расписании, да? Ну вот, запомнили. Надеюсь, все было понятно. Дома обязательно попрактикуйтесь. Можете внести все эти конструкции как будущее, да, я имею в виду future simple, future continuous, а потом себе сделать там, поставьте какую-то галочку и напишите be going to и примерчик, да, сразу же там I am going to meet my friend, или же present continuous тут же в будущем, да, в этой колоночке для будущего. Сразу же напишите себе, что present continuous также может использоваться, например, и какое-то ассоциативное предложение. Вот что вы точно, например, I'm going to Paris next week. I'm going to Paris next week. И напишите, I bought tickets. Да, я купил билеты уже. Да? Вот, все, я еду, я точно знаю, потому что я уже купил билеты, вот они, еду точно. Да? Напишите себе это и present simple. Например, the train arrives at 5 o'clock. Да, и подчеркните, что это эска, что это present simple, но даже если мы говорим об этом в будущем. Запомнили? Потренируйтесь, пожалуйста, с этой табличкой. Потренируйтесь обязательно. Пусть она всегда будет перед вами. Ведь чем больше вы будете туда заглядывать, и чем больше вы будете прогонять предложение через нее, тем больше вы будете, ну, скажем так, эта грамматика, она будет откладываться, понимаете? Она будет запоминаться, и вы даже потом, эта табличка, она будет как будто у вас перед глазами всегда.
Вот только говорите предложение, да, складывайте, и сразу же она у вас уже эти все ромбики и так далее, они уже у вас будут ассоциироваться с каким-то действием, с порядком слов. А потом это все будет на автоматизме. Не переживайте, вам не нужно будет носить эту таблицу с собой всю жизнь, да? Но сейчас нужно с ней обязательно хорошо поработать. Thank you very much for working with me. Thank you. I hope you will work at home with this table, with this material, and we will learn. You will learn future actions very, very properly. Okay. So see you next time for a speaking lesson. Good luck. See you.